Мы только что говорили по многим вопросам, несмотря на то, что эта встреча больше протокольная, нам удалось не просто обозначить главное направление нашего сотрудничества, но и подписать ряд межгосударственных документов. А всего за время моего визита, пусть даже на общую конференцию «Поезд путь», мы подпишем свыше 20 совместных договоров и соглашений.